Veil of Ball за 4, поехали. Два выхода. Да, это этот уровень. С динозавриком, пошел ты в жопу. Так, мне нужен динозаврик для секретного выхода. Надо как-то стараться, чтобы не отняли динозаврика у меня. Что-то такое вот, я помню, было. Так, а где тут динозаврика можно получить? Где он тут находится? А, вот здесь, окей, окей. Так, ладно. А, вот так делаем. И сюда вниз. Вот так. А здесь я могу как-то динозаврика оставить или чё? Тихо. А чё там внизу? Я даже вообще не вижу, что там внизу находится. Ладно, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Так. Окей. Только я не знаю... Вот, вот. Вот здесь я оставлю динозаврика пока, да, пока? Может, или пойдем с ним дальше. Рисканем с ним дальше идти. Так. Чак! А, скотина ты дебильная, ненормальная тварь! Ну, конечно! Маленьким остался. Маленьким остался, конечно. А! Ну, спасибо, динозаврик, хоть тебе и гриб сожрал. Так, да куда мне надо идти с ним, с этим динозавриком? Сейчас еще это место надо делать точно. Фух. Так, так, так. На бошку твою долбанутую. Пошел ты в жопу от меня. На, как тебе, нравится? Так, а тут что надо? Серьезно? Ай, блин! Скотина, ты! Взял грибок от меня отнял. Чувак, ты ненормальный. Так. Ладно. Значит, надо где-то... Вот, вот сюда мне нужно было дойти с динозавриком. Получил бы секретный выход. Ладно. Я сейчас в другом месте возьму динозаврика. И костюмы. Потом я всех чуваков поубиваю. Козлов тут. Тут там там. Не, Лерри Касл еще раз, рано идти. Да, еще рано идти, блин, Рустенда. У тебя точно сегодня проблемы говорить нормальные слова, да? Ну, всегда часто так бывает. Часто, 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 часто. Так. Только мне тут далеко идти надо. Или где можно быстрее взять костюмы? Вот здесь попробуем, да? Вот так и выходим. И еще раз зайдем и возьмем еще один костюм. Ту-ту-ту-ра. Рыба, что тебе надо? Ту-ту-ту. Вот так. Вы думаете, а как выходить с уровня? Ну, когда вы уже прошли уровень, можно выходить с ним. Просто нажимаете на паузу и select. И все. И вы выходите с уровня. Там-там-там-там-там. Та-на-там, па-па-пам, там-там-там-там, да. Так, теперь мне надо с этим динозавриком сейчас обратно делать это все. Потому что мне отняли были динозаврика. Ту-ту-ту. Ладно, попробуем еще раз. С динозавриком. Так, надо этих козлов всех поубивать тут. Туп-туп-туп-туп. Здесь же не футбольная площадка, футболисты. Вы чё? Здесь же вообще не футбольная площадка. Так, а как это можно поумнее сделать, а? Только я не знаю, те платформы, которые в лаву падают, они вернутся снова назад? А то бы можно было бы как-то по-другому, как-то вот здесь... Где-то оставить динозаврика? Ну-ка. А, вот так нужно делать, да? С экраном шевелить. Вот так. Вот так. На, держи, козёл. Так, сожрали.
А? Стой здесь. О, костюм! Костюм! А то у меня отняли уже один костюм. Зато мы получили здесь новый сразу. Так, этого мы можем проигнорировать. Так. Черт! Здесь я теперь не возьму динозаврика, нет. А где я могу динозаврика тут получить еще? В каком уровне я могу еще тут динозаврика получить, а? Где? Где? В каком уровне? В каком уровне я могу еще динозаврика тут получить? В самое начало мира это чересчур далеко будет идти до туда. Придется, по-моему, да, туда топать. Черт. Хотя бы я вообще не хотел туда идти в самом начале мира. Ну пошли-ка, возьмем динозаврика. Тум-тан-тара. Потому что оттуда наверх снова вернуться, это будет невозможно. Я лучше вот здесь где-то возьму динозаврика. Вот-вот-вот. В этот топ-секрет area. А звездные миры я сейчас проходить не буду. Сначала дойдем до Bowser's Castle. Сейчас мы этот секретный выход сделаем. Сделаем потом Larry's Castle и тот Fortress, который еще остался. А потом уже в следующей записи можем уже там начать проходить там Звездный мир, Special World, а потом уже после Special World идти к замок Баузера, замочить Баузера, и как раз будет игра на 100% пройдена, со всеми секретными выходами, со всеми уровнями. А эти монеты динозаврика я не считаю к 100%. Так, ладно. Вот так. Вот отсюда мы начнем. Вот мы взяли себе динозаврика. Так. Так. Чувак. Так, сюда мы приземлимся. Вот так. Тихо. Так. Ага. Вот здесь я потерял бы динозаврика своего. Вот так. Так, а тут что? Как тут можно еще по-другому сделать? Ладно, попробуем. Вот так. О, боже мой! А? А? Нет! Ну какая ты скотина! Опять меня динозаврика отобрали. Да что ж такое? Нет, я промотаю до туда. Да блин, все же нормально получалось. Блин, взял чувак, меня отнял 5 динозавриков. Ладно. Ладно, теперь сюда вниз, вниз, сюда, сюда, сюда. Нет, теперь уже пофигу тут. Так, все. Взяли динозаврика, теперь быстрым путем идем обратно. Вот, блин, козел, блин, а? Я еще думал спрыгнуть с динозавриков, чтобы того чувака убрать сверху. А он взял, блин, и за это время уже снял меня динозаврик. Ах ты сволочь, ненормальная. Поэтому я ненавижу этих проклятых футболистов. Так. Так, здесь, а, сюда. Так. Тихо. Ладно, будем вот так теперь делать. Тактика моя новая будет. Нахрен ты мне нужен? Вот так сделаем. Вот так. Вот так. И вот так мы сделаем. Дебил. Ну же... А, блин. Ну, динозаврик, ну что ты творишь тут? Вот так делай. Вот. Вот. Как будто так сложно было, что ли, сразу сделать. Можно было сразу так. Не нужно было мне фейлить. А, мы можем сразу пойти к финальному замку. Но не это, я еще не пойду туда. Мы сначала будем играть этот уровень. Valley Fortress.
этот фортресс, он самый сложный уровень в этой игре. Я уже давно не играл в этот фортресс и думаю, что пару раз мы будем фейлить здесь, в этом фортрессе. Потому что очень сложно. Здесь мы уже видим почему. Тихо, вот так сделаем. Вот так. Так, здесь мы поубиваем этих козлов тут. Чуваков всех подряд тут. И вот уже начинается вот здесь. Уже начинается. Вот. Хардкорище начинается тут. Пошло хардкорище тут. Так, вот отсюда. А здесь теперь по два. Твою ж дивизию. А, даже по три. Вот так. О, вот отсюда мы уже дошли. Вот так. Так, где еще поднимается лава? Вот здесь, а? Тихо. О, боже мой. Вот это вот стоит. Я еще хардкор еще тут. Еще надо. Еще надо. Еще надо. С первой попытки даже. Ну нахрен. Да ну нахрен. Поэтому я сейчас побольше концентрировался. Меньше болтал бы. Потому что я хотел бы справиться с этим фотросом с первого раза, вот как сейчас. Ух. Я уж уже перекрестился весь. Богу помолился. Сказал спасибо, Бог, что ты мне дал пройти этот уровень с первой попытки. Бекто! Не-не-не. Нет. Мы пойдем сейчас. Лерис Касл. И тут опять эта змейка, которая была уже в другом замке. Здесь я могу просто ждать, кажется, да? Она же все равно тут будет, да? Погоди, это получится так? Она же все равно должна сюда прийти обратно. Это змейка, да? Вот. Там-т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 ам. Нахрена мне гриб нужен тот? А теперь идем дальше. Стараемся, тут же еще с шипами будет, блин. Блин. Ё-моё. Ё-моё. Повезло, как пишу. This is a castle, but it's not right one. А, здесь я помню, здесь же тот чекпоинт спрятан. Смотрите, мы идем вниз, вы думаете, почему? Там же смерть его. Не совсем. Так, гриб мне не нужен, поэтому мы сделаем вот так, пускай гриб исчезнет. А, вот. Я думаю, это хорошо, что у меня есть костюм, потому что сейчас пойдет с этими магиями, с камиком, который должен пробить нам путь. В моем ромхаке тоже был такой уровень, где там тоже с ним нужно было, чтобы он пробивал тебе путь. Так, сейчас он должен тут еще где-то появиться, вот он скотин. Так, ну уже тут мы добрались до босса. Лерри, вот он здесь, а. Та-дам-та-дам, там-та-та. На твою бошечку еще раз. Ха-ха, как тебе понравилось так? И с первого раза мы прошли этот замок. Хотя бы мы секретным уровнем немножко тупили с пещеры, которая была прошлой, да? С динозавриком, где мне с ним нужно было почти до финиша добраться. Но зато с этими двумя замками мы справились отлично. Mario has defeated Larry Koopa in Castle 7. All that is left is Bowser's Castle, where Princess Toadstool is buying help. Can Mario rescue her?
And restore peace to Dinosaur Land? Нет, не сможет. Шучу, конечно, сможет. Ну, это мы будем уже делать другой раз. Bowser Castle мы сейчас не пойдем. Потому что там уже финал Bowser Castle. А мы начнем со следующей серии проходить звездные уровни. Star World, Special World, вот такие вот пойдут уровни. Так, сейчас мы дойдем до самого первого портала, который приведет нас к звездному миру. И для этого нам нужно вернуться во второй мир. Так, динозаврик у меня есть. Костюмы у меня тоже есть. Думаю, можно так пойти в следующей серии к звездным мирам и начать его проходить. Может быть, даже еще и Special World в следующей записи запишем. И вот здесь я закончу серию. Увидимся в следующей серии. Давайте. До следующего раза. Ваш Ростенда. Пока-пока. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. И я жду вас всех снова в следующей серии. Удачи!